Всем привет, вы на канале Время Обзоров. Мы никогда такого не просили, но прошу, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать новые видео, и чтобы у нас было 2000 подписчиков, немножко не хватает, а то у нас сейчас банят видосы, нужна там поддержка ваша, так что на вас надеемся. И если кто не знал, у нас есть второй канал, он называется Время Игр. Значит, на нем мы просто играем в игрушку под названием Fortnite. Ну, можете просто глянуть там видосы, там тоже очень интересно. Есть приятный монтаж, ну, когда как. Да, иногда бывает немножко не очень монтаж, ну ладно. Так, короче, давайте перейдем к теме видеоролика, отвечаем на ваш вопрос. Какой у вас первый набор Лего или второй, третий? Ну, мы сначала вовлекались Лего Сити Полиции, потом Ниндзяго, и потом уже все ЗВ пошли, и тому подобное. Дальше. Бывали ли когда-нибудь на Комик-Кон? Нет, мы еще не бывали, но, возможно, скоро поедем. На Комик-Кон, как сразу поехать. Ну, короче, побываем там обязательно. Как вам новые наборы по Человеку-пауку? Планируете брать? Да, мы взяли несколько наборов. Два, по-моему, да. Ходили на Венома, да. Если да, то как вам фильм? Нормальный такой. Не хороший, но нормальный. Сойдет, короче. Дальше. Любимая группа музыка. Мы не слушаем музыку. Какой набор не оправдал ожиданий? Какие наборы не оправдают ожиданий? Их очень мало, но мы их не покупаем, поэтому я не знаю. Любимая игра Fortnite. Ваша мечта набрать 10 тысяч подписчиков. С какими каналами Лего сотрудничать? Наверное, с Лего Той Шоу. Так, вопрос. Твой любимый набор? Звезда Смерти. Дальше. Собираетесь делать или показывать масштабные самоделки? Да, у нас будет самоделка. Самоделка на недельку, или как-то она так называется. Хм, что купите на Новый год? Не знаю, Новый год еще не скоро, так что есть время подумать. Так, смотрю, да, за мной вас понятно, кульный видос. О, спасибо. Дальше. Слушаете ли вы We Own It? Нет. В тачках шарите? Да, возможно. Знаете ли вы о новом сериале Мандалорин? Он уже не новый, но учитывая то, что это было 8 месяцев назад, да, знаем. Это масштабный сериал, по-твоему, да. Угу, понятно. Вот, у нас тут был очень быстрый ролик получился, так что будем рады, если вы поставите лайк. Всем удачи, всем пока. Все у нас прекрасно. Будет только так, если ты не один. Все у нас прекрасно. Все мечты воплоти.